Так, 27 августа 2015 года, Honda Insight и Mercedes. Что за Mercedes? Mercedes 140-й чемодан. Короче, что у нас за сюжет? Гибрид, батарея. Что здесь надо уметь разобрать? Да. Фокус в том, что здесь контактная сварка. Сварены элементы аккумуляторов друг другом последовательно соединены. Так вот, надо научиться их разбирать, разваривать и потом сваривать. И что ты зафиксируй? То есть, ну, подержи, пожалуйста, да, я наведу крупный план. Очень крепко сварено, потому что высокие токи проходят. Слушай, тебе как пользователю, ты что, из этого бизнес хочешь сделать? Научиться делать аккумуляторы? Ну, какая цель, какая задача? Да. А? Да. Собирать, вычислять нерабочие... Какая дальность хода у тебя Honda? Ты сейчас ездил в Крым на этой машине. Что у тебя, какие результаты? Расскажите. Что, средний расход 3,5 литра за все путешествие. С четырьмя человеками. Ты об этом только не рассказываешь, что тут четыре человека ехало. Ну, короче, забитая машина была. Пошли, расскажешь о Мерседесе. Перевести Мерседес на электрическую тягу. Пошли. До Юнову зададим вопрос. Давай, быстрее, сюжет снимается. Открывай. Открой, я положу. Присядь на секунду в машину. Сделай потише. Расскажи, что за автомобиль. Ну, старый. Цена. Какая, за какую цену он стоял в салоне? Не, включи свет. 850 тысяч. 850 тысяч? Да. А не 550? Не, 850. 850. И что за эти деньги мы получаем? Что за капсула? Капсула, бронекапсула. Мерседес 90-х, 93-го года. С маленьким пробегом 120 тысяч. В оригинальной краске. В оригинальном исполнении. В общем, погружаемся в начало 90-х. Кто ездил на таких машинах? Главы государств. Бизнесмены, высокая когорта. Кто? На кого было покушение? Громкие. Березовский ездил на такой машине и выжил. И Шеварнадзе взрывали в такой машине. Тоже выжил. Ну, не в этой именно, а вот в такой же. Угу. Что там, надо на электричество ее перевести? Да. Это запросто. Звоним по телефону 926, дальше еще 7 заветных цифр, на конце 83, алло, Ярослав Старухин, он говорит, все окей, без проблем, все сделаем, вези машину и маленький чемоданчик, набитый правильными купюрами. Месяц лабораторных испытаний, получаешь нечто гибридное на инопланетных технологиях. Так, по-моему? Да, хороший сюжет. Да, то есть вот. Какой там телефон? Какие там 7 заветных цифр? Набираем 926. В интернете телефон этот есть. Набирая Ярослав Старухин, виден телефон 926-210. Совершенно верно. Старухин. 93-83. Старухин — это бренд. Мишень, ну ты вообще рекламный агент. Все, ты уже снял? Глобальная волна. Сейчас снаружи, пошли с ними машины снаружи. Опусти одно стекло, покажи, что идет. Но это не бронированное, это стандартная комплектация, но все равно. Как это не бронированное?
Но шумоизоляция хорошая. Открой капот. Пользуясь случаем, открой капот. Темновато, конечно, но ничего страшного. Да, кажется, 120 тысяч родные. Или 180, сколько? 180. 120 пробег? Ну это вообще ерунда для него. Только прошел обкатку. Да. Стена стоит спиной. Мотор. А покажи, какую жидкость ты сюда залил. А, бензин. Что ты заливаешь бензин? Покажи сейчас. Это реклама называется. Product placement. Пришли, покажешь. Ярослав Сорокин делает подарок бизнесмену. Да, двигатель практически. Ну давай, рекламный текст. Ну что вот. Благодаря этой штуке 15% экономия топлива. Татек? Да, Татек. Татек ВНТ.